Пассажирский поезд номер 511, Москва, Адлер, прибыл на четвертый путь. Пассажирский поезд номер 511, Москва, Адлер, прибыл на четвертый путь. Время стоянки 8 минут. Нумерация вагонов с хвоста поезда. Внимание, в пассажирском поезде номер 511, Москва, Адлер, нумерация вагонов с хвоста поезда. Нулевой вагон расположен в хвосте состава. Пассажирский поезд номер 511, Москва, Адлер, отправляется с четвертого пути. Будьте внимательны и осторожны. Желаем вам доброго пути. Скорый поезд номер 101, Москва, Адлер, будет прибывать на третий путь. Фирменный скорый поезд номер 101, Москва, Адлер, будет прибывать на третий путь. Нумерация вагонов с хвоста поезда. Проход к поезду через тоннель.
11, Москва, Адлер. Прибыл на первый курс. Время стоянки 11 минут. Нумерация вагона с хвоста поезда. Продолжается посадка на пассажирский поезд номер 511, Москва, Адлер. Состав поезда находится на первом пути. Продолжается посадка на пассажирский поезд номер 511, Москва, Адлер. Состав поезда находится на первом пути. Желаю вам доброго пути.